Russian Defense Minister Sergei Shoigu told his Chinese counterpart on April 18 that their country's military cooperation was a stabilizing force in the world and helped to reduce the chances of conflict, Russian news agencies reported. China has emerged as Russia's most important international partner in the 14 months since Moscow invaded Ukraine. Chinese Defense Minister Li Shangfu is currently in Moscow as the countries look to deepen their military cooperation, which has raised concerns in the West. The coordination of our efforts in the international arena has a stabilizing effect on the global situation and helps to reduce the potential for conflict, the Interfax news agency quoted Shoigu as telling Li on Tuesday. Before his meeting with Shoigu at the Russian Defense Ministry in Moscow, Li took part in a wreath-laying ceremony at the Flame to the Unknown Soldier at the Kremlin Wall. Республики, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами. Убежден, что ваш большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией, договоренности в политической сфере, а также в области практического взаимодействия, координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. Президент Владимир Владимирович Путин и председатель убежден, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере и позволит откровенно обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности. Добро пожаловать в Москву. Назначение на пост министра. Первое поздравительное письмо было отправлено. И после назначения на пост министра обороны, первое место визита совершается именно в России, чтобы демонстрировать внешнему миру высокий уровень развития отношения китайско-российского и демонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России. Откровенность произвела на меня глубокое впечатление. Я уверен, вооруженные силы Китая и России обязательно будут внимательно реализовать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество и обменной военной торговли между Китаем и Россией. И обязательно выводим их на новый уровень. Спасибо.